повестка пришла, просто взял и пошел, как и все остальные там находящиеся. Оборона. Чтобы противник не было никакого прорыва, даже шансов, чтобы у него не было. Вот, ну, не спим мы практически, занимаемся. Все время готовим, что днем, что ночью. Дети все равно растут, будут вопросы задавать. Что мой папа сделал? Ну, зато мне теперь даже стыдно не будет отвечать на вопрос. Я пошел туда ради вас, ради Родины, чтобы у вас все было хорошо. В течение полугода, как положено, нам дали отпуск. Решил воспользоваться, увидеть семью. Сейчас целыми днями дома, там, потому что каждая секунда семьи сейчас это на вес золота. Бывало то, что рядом очень близко было, ну, как бы не страшно, тяжело. Эти люди были более сдержаны даже, наверное. Потому что не растерялись, знали, что делать. Даже смотря на них, ты уже понимаешь, что сделать так же надо, допустим, ну, спрятаться в окоп или еще что-то куда-то. Он не растерялся, не разбежались никто никуда. Мы уже знаем свою цель. С нами Всевышний, за нами только победа, больше никак.